נעשה עכשיו ברכה לפני הקריאה. ברוך אתה אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Благословен Господь Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и даровал нам Тору. Благословен Господь, дарующий Тору. Аминь. Шарла Шевет, можно садиться. Юля, бакаша, оттаси тергу. אני קוראת בפרשת מסעי שנמצאת בספר במדבר, פרק למדלת, פסוקים 1-14. Я читаю פרשת שבוע из מסעי, из чисел 34 главы. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. והיה לכם פת נגב, מדבר צין על ידי אדום. והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב, למעלה כלבים ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ועצה חצר הדר ועבר עצמונה. ונסף הגבול מעצמו נחלה מצרים, ותוצאותיו הימה וגבול ים. והיה לכם הים הגדול הוא גבול, זה יהיה לכם גבול ים. וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תסתעו לכם אור הר. מאור הר תסתעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה. ויצא גבול צפרונה, ותוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתהוויתם לכם לגבול קדמה, וחצר עינן שפמה. וירד הגבול משפם, הגבלה מקדם לעין. וירד הגבול ומחה, על כתף עם כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה, ותוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. ועצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה אדוני לתת לתשעת המטות וחצי המטה. Господь сказал Моисею: «Дайте нам, Израилевым, такие распоряжения. Скоро вы войдете в Ханаан, и вот земля, которая вам достанется, земля Ханаана в его границах. На юге ваши владения будут начинаться от пустыни Цин и рубежей Дома. Ваша южная граница будет начинаться от края Мертвого моря на востоке, затем, повернув, пройдет южнее Скорпионова подъема, минует Цин с юга, обогнет Кадеш-Барне, выйдет в Хацар-Адерут и минует Ацмон. От Ацмона на границе пойдет до египетской ложбины и достигнет моря». И так далее продолжается описываться вся земля, все границы, которые Господь дает Израилю. Бакаша Шани. Бепараша зо мисупара ал рей миклат, рей левим, дине едим и кофер нефеш. В этой недельной главе говорится про суды, про законы, про города-убежища, которые Бог дал. על חלוקת הארץ לשבטים וקביעת גבולותיהם. О том, как разделялась земля на колено и как Бог устанавливал пределы. И все, что относительно законов брака и наследия для женщин.
Но я хочу сосредоточиться на тех местах Писания, которые прочитала. Мы видим, что Господь дает израильтянам границы их земли. И Бог дал нам определенные границы, и эти границы, которые нельзя переходить. Вот я хочу дать несколько примеров. Есть 10 заповедей, которые говорят: не убей, не прелюбодействуй, не кради, и много, и некоторые другие. Например, нельзя проклинать или ругаться. למשל בשמות פרק כ"א פסוק 18 כתוב ומקלל אבי ואמו מות יומת. В исходе написано в 18 стихе Каф Алиф, это 20 глава, 21, написано: тот, кто засловит отца или мать, смертью да умрет. ובכללי באיגרת יעקב מסופר על בית הלשון הרע. И в послании Иакова очень много написано про злой язык. Нельзя быть, вступать в брак с такими людьми. С тем же полом. И в книге Левит можно прочитать доказательства тому. И нельзя одеваться так, чтобы было раздеваться так, одеваться так, чтобы на тебе практически не было одежды. Дайте мне Библию, пожалуйста. Это Сефер? Это перек? Это что? Пасук? Эхат. В книге Иова, в 31 главе, в 1 стихе написано: «Завет положил я глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». מפסוק זה אנו לומדים שבמבט של גבר אלישה יכול להתפתח לחטא ועבירה. И мы видим здесь, что когда из просто взгляда мужчины на женщину может развиться грех. לכן איוב קרת ברית עם עיניו שאסור שהוא לא יביט אלישה. И поэтому Иов заключил завет со своими глазами для того, чтобы ему не смотреть на женщин. ברור לכל גבר שכאשר אישה אינה לבושה בצניעות, מהר יותר יכולות להתפתח במוחו מחשבות שאינן טהורות. И это ясно, что любой мужчина, когда женщина, он смотрит на женщину, которая одета нескромно, то просто в его голове могут развиваться какие-то мысли, которые впоследствии поведут к греху. ממבט שונה בקטע זה, שאלוהים נתן לבני ישראל את גבולות הארץ, הם היו צריכים להילחם ולהתאמץ כדי לקבל אותם. И есть и существует такой взгляд, что когда Бог дал сыновьям Израилевым границы, они должны были воевать и приложить усилия для того, чтобы завоевать эти границы. כך גם אנחנו צריכים. אם אלוהים מבטיח לנו משהו, אנחנו צריכים להילחם ולפעול כדי לקבל אותו. И точно так же поступать должны и мы. Когда Бог обещает нам что-то, нам нужно прилагать усилия и завоевывать то, что Бог обещал. הנה דוגמה מהחיים שלי. Я хочу привести примеры своей жизни. אני ניסיתי להתקבל לבית ספר רעות, למגמת אמנות. Я очень хотела поступить в школу Рעות, на факультет искусства. אני התפללתי כדי שאני אתקבל, המשפחה שלי התפללה בשבילי. И я молилась, чтобы мне поступить, и моя семья также молилась за меня. גם המשכתי להתאמן ולעשות את ככל יכולתי כדי להתקבל. И также я не только молилась, но я также старалась и готовилась и работала для этого. בסוף התקבלתי. И я, да, поступила. אבל זה שהתקבלתי לא אומר שאני אפסיק להתאמץ ולצייר. אני ממשיכה להילחם בכל הקשיים שבאים אליי בזמן שאני מסיירת. И я поступила на факультет рисования, но из-за того, что я поступила, это не означает, что все, я перестану рисовать, я наоборот буду стараться еще больше, еще сильнее для того, чтобы как можно больше развивать свой талант.
עכשיו אני נכנסת לחיים הבוגרים יותר. И сейчас я захожу в более взрослую жизнь. И в этой взрослой жизни я должна буду больше стараться и больше работать над своим характером для того, чтобы оставаться в границах. אז אני קוראת לכולנו לא לעבור גבולות וכן להילחם ולהתמודד עם הקשיים ועם כל הדברים שמפריעים לנו בדרך ולקבל את מה שאלוהים מבטיח לנו. И я хочу также ободрить каждого оставаться в границах, завоевывать те обещания, которые Бог дал нам. Спасибо, Юля. Йофи, Шани, кола кавод. Рега, я רוצה להגיד תודות. אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שעזרו לי ותמכו בי. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал, кто участвовал в подготовке, кто поддерживал меня. המורים של בית ספר שבת, שבזכותם למדתי המון. Все учителя, которые меня обучали до сегодняшнего дня, каждый что-то вложил, и я многому чему научилась от каждого из них. Спасибо всем, кто помог вот в этом празднике, кто участвовал, кто готовил еду, делал, украшал. Все, кто был вовлечен. Хотим сказать, поблагодарить не только от Шани, от всей семьи. Особенную благодарность Нине, которая уделила много времени, работала с Шани, готовила с ней, как читать, как даже какие-то мысли по Парашат Шавуа дала. Спасибо тебе за твое терпение, за все, что ты приложилась. Это очень ценно для нас. והתודה האחרונה למשפחה היקרה שלי. А также большая благодарность всей моей семье. הסבתא המוכשרת שלי שהכינה סרטון שלי. Моей бабушке, которая соперничает с Голливудом и сделала фильм. לאבא ואמא שדחפו אותי ועזרו לי בהכנת הדרשה שלי. Папе и маме, которые поддерживали мои руки во время подготовки этой проповеди. И которые в столько лет в меня вкладывают всего хорошего. И мои сестры, которые со всех сторон поддерживали меня и направляли. Нина бавакаша тавой лепорога. Ахну роцим леодот лах бамиухад. באמת, נינה השקיעה המון, ממש המון, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. ליאון, אתה יכול לתרגם. אני אומר, נינה השקיעה המון, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים. נינה вложила много времени, я знаю. И мы очень благодарны. אוקיי, אז... אנחנו רוצים עכשיו לברך את שני. תן לי לנהל את זה. אתה שותק. כן. אולי יוליה, קחי את המיקרופון. אתם יודעים, אחרי מסר של שני אפשר להגיד, זה לא מילים של ילד. За милим, что в Мивугар. Она профессор, трудно переводить ее было, да, это точно. А сколько вот, Баймет, сколько вот. Ишкат бы мессер, они хочет, что Миша Лёй Вин кидай лахем лакшив лизе от пам. Она вложилась, такие глубокие мысли вложила в свою небольшую проповедь, что вам тот, кто не понял, стоит еще раз прослушать. Бенадам, что макир это гвулот шело у ницех. Тот человек, который знает границы, он побеждает. Мы тебя услышали, спасибо. Они родственники, коли мишпаха того или пу. Вся семья, подойдите, пожалуйста. Палели варех. Исаак, Женя, Бавакаша, тагиули по гам.
Исаак, Женя, подойдите, мы благословим эту семью. אנחנו לא לוקחים ספר תורה כי אנחנו נמשיך, נכון? Мы не забираем свитки Торы, потому что мы продолжим. קודם כל, כל הכבוד לכם. Во-первых, вы просто большие молодцы. Давайте похлопаем им. ואני זוכר איך אנחנו היינו בחוף כנרת ודימה Оля, аз гама ид бирайон, ве анахну идвальну отхем в маим. Я помню этот момент, когда мы были на Кинерете, Оля с Димой, Оля была беременна, и они прошли водное погружение. За я кама шаним лифней? Сколько лет это было назад? 18, да? 18. 18 лет назад было. Ве ани самех, ше ине гадла мишпаха, еш... עמוד אש של אמונה בארץ ישראל. И я рад, что так выросла эта семья, и есть действительно огненный столб веры в Израиле, в этой семье. Притов, примицуян. Прекрасный, чудесный плод. Вебанот яфот меод. Красивые девочки. Хахамот. Очень умные и очень красивые. Хахамот меод. Очень умные. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שלום. אמן, אמן. מזל טוב. אולי שני מילים לשני. אני אתמול אמרתי לאבא שלך, היא אצלכם קצת שונה, כזה סודית. Я вчера, я хочу Шани сказать, я вчера папе твоему сказал, Шани у вас, она особенная, отличается от других. Судит, судит. Она такая в таинственная, да. Таинственная. Вы Дима из Киммия. Дима тут же согласился. А за это коля кета шел, Шани, как это, худ Шани, за коль каше лавин. Что худшее? Что ты имеешь это в виду? Это то, что было красная, красная багряная Шани нить. Это была багряная нить, ее таинственность, может быть, трудно разгадать. Они мяхеллах Шани, они мяхеллах, шитамит и хапсиет Элогим. Я тебе желаю, чтобы ты всегда искала Господа. Ба Элогим еш тамид сод, тамид еш сод. А всегда Бог окутан тайной. Ве анахну ляд-ляд нихнесим лесот азе. И мы потихонечку заходим в эту тайну. Ми шеруце. Тот, кто хочет. Рова анашим лероцим. А в основном люди не хотят. А валят терцедзе. Но ты захочешь этого. Кишам еш ошер. Потому что там есть счастье. Зе машу гадоль. Это что-то великое. Ве Элогим нотен лану ба... תהליכים של חיים שלנו ובשר ודם כבר להכיר אותו. И Бог в даже наш мы ходя в плоти и крови, он дает нам возможность узнать его. והוא מברך את זה. И он благословляет это. אני מאחל לך ברכה. Я желаю тебе благословения. ושתמיד תלכי מיראת אדוני. И чтобы ты всегда ходила в Божьем страхе. שלא תיכנסי לדברים סודיים אבל לא כשרים. Я не заходи в таинственные вещи, которые не святы. אבל רק באלוהים תחפשי את הסוד. Только в Боге ищи эти тайны. ותתחזקי. И укрепляйся. אומרים שבת בר מצווה זה כבר מבוגר, זה חצי אמת. Говорят, после бат мицвы, бар мицвы уже взрослые люди. Нет, это наполовину правда. А באמת מבוגרים כשאתה כבר יש לך שני ילדים, אז когда двое детей, тогда действительно ты уже взрослый. ועד שם תמשיכי לקבל עזרה מאבא ומאמא שלך. А до этого момента продолжай получать помощь от папы и мамы. מהאחיות שלך. От твоих сестер. וזה הכל בסדר וטוב. Все это очень хорошо и правильно. ושאלוהים תמיד ישמור. אני מאחל לך שאלוהים תמיד ישמור על חיים שלך. И я желаю, чтобы Бог всегда сохранял твою жизнь, тебя в твоей жизни. בשם ישוע המשיח. Во имя Иешуа Мессии. Я когда сегодня утром молился, мне почему-то вот пришло, что ты особенная какая-то, необычная. И в то же время пришли слова «больше всего хранимого храни сердце свое». И ты как раз немножко говорила об этом. И та глава, которую ты комментировала, на самом деле что-то такое сильное, мощное. Как Леон сказал, что, может быть, не все поняли, но в ней такая глубина. И я
молюсь, чтобы те территории сердца, которые у тебя еще не завоеваны именно с Господом, когда ты будешь держаться Его и идти с Ним, то ты завоюешь все границы вот этого своего сердца, чтобы те вещи, которые есть от Него, и любовь, мир, радость, терпение, кротость, воздержание, вера, чтобы они у тебя захватывали всю территорию. И в то же время все комнаты сердца, которые, может быть, еще не отданы Богу, не отданы Иешуа, чтобы ты могла в этот момент, возрастая, отдать Ему. И сегодня необычное время, ты еще не, сказать, взрослая, но я услышал, что ты говоришь какие-то такие мудрые слова, что даже те, которые говорят на иврите, не всегда понимают. Вот. И пусть та мудрость, которая исходит от Него, чтобы она была на самом деле наполнена Его силой, чтобы ты могла быть в эти времена, пока ты еще не совсем возросла, чтобы ты могла быть послушным родителем. И пусть Господь приведет тебя приведет к тому, кто предназначен для тебя, чтобы ты был сильный воин, верующий, может быть, и пастор, я не знаю, но тот, с которым ты будешь в силе Руах Кодеш. Хочу добавить кое-что небольшое. Я рак махелах лакахат та дугма маанашим шеш батанах вело ма шеш баинтернет айом. Я тебе желаю, чтобы твоим примером, твоими героями были люди из Танаха, а не из интернета. Ки батанах еш та навиот ахи товот, ве та нашот хайл ахи товот, ве гам та лохамот ахи товот. Потому что в Танахе есть женщины, пророчицы, и самые лучшие жены, и самые лучшие духовные воины. ומעל כל הגברים החכמים האלה כביכול, האברהמים והאדמים, תמיד יש נשים שהן חזקות ותומכות. Всеми самыми великими патриархами есть их жены, которые всегда их укрепляют. זה טוב שכבר ללמוד מהם כבר בגיל הזה והלאה. И хорошо учиться именно от них, и уже в этом возрасте, и в будущем. אז שני, שני עוד קטנה, מאוד קטנה. Моя маленькая Шани. А эладим им тамид ктаним. Дети всегда маленькие. Дома еще небо из игилем. Неважно, в каком возрасте. Анахну бэмэт роцим ля хэллах, ше аль басис коль маши дебарт айом, аля гвулёт. И мы хотим пожелать тебе, чтобы вот то, о чем ты говорила сегодня про границы, ше ад тамид там дебэ гвулёт шел Элоим. Чтобы ты всегда стояла в границах Бога. А улям תמיד מנסה למחוק ולטשטש את הגבולות של בן אדם מאמין. Мир пытается размыть границы верующего человека. אבל שאת אף פעם לא תתפשרי בעקרונות שלך. Но чтобы ты никогда не шла на компромисс с твоими принципами. ובאמת שתביני יותר לעומק את דבר האלוהים. И чтобы ты глубоко, более глубоко понимала Божье Слово. Чтобы ты не просто толкование понимала, но именно глубину, чтобы оно могло наполнять тебя. А то имя, которое мы тебе дали, Шани, это значит надежда. А худ Шани, он играет тиква Шани. Эта нить, она означает надежду. Килюкаха катув бетанах, тиква шани. В Танахе написано «надежда шани». Аз шиелах тамид тиква ба Элоим, ло мишуне ма товерет бахаим шелах. Чтобы не важно, что ты проходишь в этой жизни, всегда ты надеялась на Бога. Вы так зиким Бог хазак. И всегда держи за Него крепко. Амэн. אני גם מתרגשת. אני тоже очень волнуюсь. באמת מתרגשת. очень волнуюсь. כן, כולם אמרו שאת שונה. ומילדות אני גם אמרתי להורים שלך שאת שונה. Все сказали, что ты отличаешься. Я с самого твоего рождения говорила, ты другая. וזה מצוין. Это замечательно. ורק שתי מילים, מה שאני רוצה להגיד לך, שאל תחפשי להיות דומה לאחרים. И я хочу тебе только еще два слова сказать. Не пытайся быть похожей на других. תהיי את עצמך, כאילו תהיי זאת מי שאת. Будь собой тем, кто ты есть. ושני, זה כן חוט אדום, וממילה שני. זאת אומרת, בגלל שצבו אותו פעמיים, שזה יהיה יותר בולט.
И это да означает червленая нить дважды, то есть эту нить два раза покрасили. И поэтому она выделяется, и ты должна выделяться. И никому не давай разрушить твои границы. Пусть Господь во всем благословит тебя очень сильно и особенно. Учителя, школа, еще что там? Я проверяю, если хорошо все. טוב, ביקשו ממני להקריא לך. אבל את האמת שהייתי מורה של שני רק ממש כמה שיעורים אפשר להגיד. Я была учила в классе שני только несколько раз. וכמה פעמים האלה כששני הייתה שם, זה היה שיעור הרבה יותר טוב. И могу сказать, что несколько раз, когда שני там была, это был намного, урок намного лучше. אז אני אגיד לך את הברכה. מזל טוב. מאחלים לחברים טובים. Я тебе желаю хороших друзей. Лони. Не, все мы желаем тебе хороших друзей. Хавайот мяньянот. И интересных подруг. Хавайот. А, интересных приключений. Ацлаха бехол атхалот. И успехов во всех твоих началах. Весагим гвоим. И великих достижений. Шелоим явила хаим элеэй ол. Чтобы Бог дал тебе жизнь полную света. Симха венисим. Чудеса и радость. Вешеелах коах лейтмодед им кол эдгар. ולנסות. Чтобы у тебя была сила справляться со всеми вызовами. ואם זה לא מצליח, לדעת לשנות. И чтобы, если где-то не получается, ты умела поменять этот путь. היית תלמידה טובה, חכמה, מוכשרת, מופנמת. Ты была очень умная и талантливая ученица. ודוגמה לכל התלמידים האחרים. И была примером для всех остальных детей. שמחנו ללמד אותך. И мы очень были рады тебя учить. באהבה מבית ספר של שבת. И с большой любовью с шабатной школы. רגע, יש פה חיבוק. אני רוצה לברך את שני מכל האחיות. Я хочу от всех сестер благословить Шани. Это очень волнительный момент. Кеф лирот отах гдела, лиот мишат. И это просто радость смотреть на то, как выросла и кем ты стала. Яфа, хахама, им арахим хазаким. Умница, красавица с правильными ценностями. אנחנו כולנו מאחלות לך שתלמדי ותגדלי באמונה וגם בכללי. Мы желаем, чтобы ты росла и училась и в вере и во всем остальном. שפשוט תהיי אור לאחרים. Чтобы была светом для других. ואנשים ייקחו ממך דוגמה. И чтобы люди брали тебя за пример. כמו שאמרו שתהיי שונה בדרך יפה ופשוט אנשים יתפעלו ממך. Чтобы ты отличалась особенным красивым образом, и люди просто удивлялись, смотря на тебя. Я хочу, чтобы ты помнила, что все мы семья и все сестры для тебя всегда и везде. И мы очень тебя любим.